Всем привет, мы продолжаем играть в Mount & Blade. Мы с вами движемся в сторону армии Манчуга. Я хочу присоединиться к ней. И дальше мы уже будем двигаться вместе с ней некоторое время. У меня задание какое-то новое появилось. Зная дальше инквизиты, хотят слышать, что Истина хочет уничтожить все, что вы достигли. Будьте готовы. Сила заговора 1000 из 1000. Плохо, плохо. Самое смешное, я ничего не достиг. Я на все готовое пришел. Но, в принципе, я не понимаю, почему мы именно в этот город едем, если... Эпикротея, он ближе и больше имеет смысла его захватить. Он ближе к нашим территориям, ближе к территориям... В то время как Ротая, он будет на Вестрие, так сказать, стоять, и будет не очень удобен. Ну ладно, кто я такой, чтобы вот это спорить. Мне сказали, что нужно, значит нужно. Едем. Кстати, а кто тут? Уверен, кузнец тоже тут в этом горе. Город, насколько я понимаю. Я просто решил, что так будет быстрее, и я прокачаюсь хоть немного, и будет не так скучно ждать, пока они начнут хоть какую-то атаку. Я не пойду пока вперед, я подожду, пока они выдвинутся немножко ко мне. Да-да-да, они едут. Готовься. Кавалерия! Форма сквер! Gain formation! Давайте клином встанем. О, ё-моё, вы клин не учили, что ли? Бестолочи. Не, они не двигаются, остановились, падла. Troops! Было бы смешно, если бы я попал. Move!
Да, звук вот этот, когда бежит толпа народу, просто шикарен. Толпа народу плюс лошади. Run! Archers, move! Forward! Forward! Horsemen! Move! Soldiers! Charge! Готово, в принципе. Или нет? Да, получили пленных, хорошо. Еще пленные. Шикарно. Мне, правда, такое большое количество пленных уже не особо нужно, но... Кстати... Шикарненько. 26 у нас из 28... Так, хорошо. Забираем. Улучшаем. Шикарно. Страж. Шикарно. Прекрасно. Грабители. Или это уже перебор? Кто у нас есть такой колонист? Одного легкого. Итого у меня получается их 128 снова тут на нас с разных сторон идут. Осадное оружие. Хотя на самом деле можно было уже атаковать. Особого времени. Особого смысла сидеть нет. Единственное, что в этой части мне не нравится, тут очень сложная прокачка с момента того, что ты хочешь, допустим, сделать, чтобы был отряд. Родители, насколько я понял. Да, у нас с Тургией личная война. Я не понимаю, почему мы не можем просто взять и напасть. Мы стоим, ждем, пока они сделают осадное оружие, которое, в принципе,
мы просто стоим и ждем. Давайте посмотрим, может, я ему скину воинов. Сколько у меня там? 28. 128, да? Давайте кого-то ему скинем, такого, чтобы он мог хоть что-то сделать с ними. Первых торговцев. Наемный клинок. Крестильщик. Арбалетчик. И имперский легионер. Хорошо. Воинов. Я не знаю, сколько у меня сейчас уже. 88. Нормально. Плюс я себе сейчас из пленных доберу воинов, чтобы у меня было хотя бы нормальное количество. Итого у меня 128 опять ровно. Шикарно. Прям тютелька в тютельку угадал. Ну, вот единственная проблема, когда, во-первых, они жрут мою еду, что меня очень бесит. А во-вторых, вот это ожидание, вот, наконец-то, атака. Давайте. Прекрасно. Это будет шикарно на самом деле, потому что благодаря этому у меня атака сейчас будет. Мы захватим город. В любом случае, всего лишь каких-то, я не знаю, тысяча, даже не наберется полтысячи, тысяча, где-то 300 воинов будет, 400, не помню. Сейчас парим. Что меня весьма бесит на самом-то деле. А хули ты хотел смотреть сюда своими зенками, блин, и выживать? Поиск в подчинении.
парень из моих. Ой, из Майами. Я не знаю, просто что это. То ли олень, то ли кула, то ли собака, то ли дерево. Музычка, но стрелы я все равно не люблю. То, что Пёрин Кузнец потерял 16 человек, это очень плохо. Прям ужасно, потому что мне нечем ему перекрыть. А, у меня 139 человек. Я офигею. На кой бог мне столько народу? О, лук егеря. 15. Фигня всякая. Фигня всякая. По идее, тут тоже фигня. Сейчас я перекину ему просто тех, кого мне не нужно. То есть... У меня 139. Мне столько народу не нужно, поэтому я кого-нибудь перекину. Вот так. И теперь у меня 128 как раз. Все, прекрасно, я брос. Он потерял, по сути, 3 человека, получается, за все это время. А ну-ка, окей. Окей. Ладно, давайте мы проголосуем за... Ладно, фараона.
все равно не потащу. Мне при всем желании я не смогу вытащить сейчас еще город. Ничего себе, у меня там посыпались. Улучшение. Кстати, да, может у меня кто-то перешел. Да, перешел. Прекрасно. Серкер. Есть пара человек, которые не просят мне присоединиться. Но это все будет уже в следующей серии. А на данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.